Тюменцам предстоит выбрать территории, которые благоустроят в следующем году. 8 февраля на портале «Я решаю» стартует рейтинговое голосование. Определиться нужно будет среди 12 локаций. Они находятся в разных частях города. Кстати, среди них сразу несколько скверов, в том числе и сибирских кошек. Голосовать могут все желающие. Территории были выбраны на основе приоритетов жителей. В период с 13 декабря по 11 января управами административных округов осуществлялся сбор предложений от горожан, в результате которого был составлен перечень из 12 территорий, по 3 от каждого административного округа. Добавлю, что голосование завершится 17 февраля. После этого тюменцы будут выбирать, как именно будут выглядеть территории, которые предстоит благоустроить.